То ли кнопка, то ли желе какое-то звуковое. А это то ли картина Кандинского, то ли синтезатор. Непонятно. Вот гвозди. Или маска для лица. Да в конце концов, что это за предметы и для чего они нужны? Отгадают сегодня наши участники. Ребята, салют. Салют. Меня зовут Николай. Как вас? Меня зовут Диана. Меня Роман. Мы студенты медицинского университета. Мы находимся у здания Музея современного искусства «Эр-Арта». Название так и расшифровывается – «Эр-Арта», то есть «Эра искусства». Я сегодня ваш гид. Но сразу скажу, я буду появляться только тогда, когда вы с помощью моих ребусов обнаружите загадочные объекты, изучите их и догадаетесь, как они работают. Итак, вот вам первое задание. На пятом небе подключи провода и родится чудо. Может быть, пятый этаж, пятое небо. Нам нужен пятый этаж. Это куда? Спасибо огромное. Целый лифт для нас двоих, да. Понимаешь? Провода, которые необходимо подключить. Да? Я думаю, что может сюда? Давай смотреть. Вау! Смотри, как классно. Вот, я вижу провода. Ну что, поехали? Подключаем провода. К чему? Я не знаю, к чему. Мы нашли инструкцию! Спасибо тебе, Господи! Мне кажется, он с нами. Ага. А вот оно что! Ребята, я смотрю, что вы освоились. Я думаю, что можно отключить тумблер на время. Этот объект называется электрическая душа. С помощью нехитрых манипуляций с проводами можно создать свой уникальный новый саундтрек. Вот такой видеоистория. Сотворили это чудо финские художники из Animation Crank Handle. Они заняли весь пятый этаж и создали своеобразный интерактивный аттракцион. То есть здесь можно и пообщаться с техногадалкой. Сделать цифровой портрет свой. И даже прокатиться на мусорном вихре. Но эта экспозиция всего лишь небольшая часть нашего мероприятия. Что есть еще, вам поможет. Так, второе задание. Между первым и третьим горизонтами ударьте по барабану 5 раз. Сыграйте 3 ноты на желе и протопайте аккорд. Между первым и третьим этажом, значит, там надо идти. Итак, мы нашли, видимо, второй горизонт. Нам нужно ударить по барабану 5 раз, сыграть 3 ноты на желе и протопать аккорд. Барабан. А, вот. О! Сыграйте 3 ноты на желе. Туда надо, наверное, засунуть палец. Вау! 3. Протопайте аккорд. Смотрю, вы прямо настоящие музыкальные пехотинцы. Итак, на этой выставке предметы должны звучать. Можно сыграть мелодию хоть на картине Кандинского, хоть на велосипеде. Собственно, если предыдущая инсталляция от финнов – это такой визуальный аттракцион, то этот проект от москвичей из музыкальной лаборатории Playtronica учит самовыражаться через звуки и ритмы, при этом создавая новые инструменты. Наша экскурсия продолжается, и вот вам следующее задание. Над музыкальной лабораторией открылся пространственно-временной континуум. Найдите его.
пространстве – это музыкальная лаборатория. Над ней – пространственно-временный континуум. Временной. Континуум. Вау! Как в каком-то фильме ужасов. Авторы проекта, арт-группа «Танопсик», здесь как будто время и пространство пересекаются. Это ежегодный фестиваль «Кросс-арт», и проходит он здесь, на Васильевском острове, в самом большом частном музее не только в Петербурге, да и вообще в России эр-арта. На всех 5 этажах искусство перемешивается, пересекается. Участники этого фестиваля – художники со всего мира. Я вас поздравляю, вы прошли все испытания. Да! Мы победители, где наш приз?